Здравствуйте, это Клондайк на андроиде. Думала, я этого много снимать не буду. Почти никто не смотрит, в основном смотрят все просто Клондайк. Ну, потом, когда она началась, я поняла, что это надо просто показать. Тут у нас, получается, получились поручения мэра, которые нужно выполнить. Тут мне уже, кстати, какое-то я выполнила первое, мне изумруд посыпался. Ну, неважно. Видите, у нас тут подарки. Всякая такая ерунда, потом не ерунда. А это кто его знает, называется. В общем, это надо все поисполнять. Конфет только 300. Конфеты мы делаем вот тут, получается. Плюс тут у нас есть такая фишка, плюс 25 мы берем два такого. И удачи. Ну, знаете, я, честно слово, не задумывалась, что вот это у нас такая... Ой, конфеты открыла первые. Сколько тут всего собирать в этот раз? Это просто что-то с чем-то. Я не знаю даже, как я тут. Насколько я это пройду, не пройду. Это у нас конфеты, это к дяденьке, к нашему. Я ему почти все отдала, он почти счастливый. Ну, почти не считается, 10 конфет. Ага. Вот это вот я когда увидела, что все это собирать, я вот после этого решила позаписать и показать. До этого я еще думала, будем мы это записывать или нет. Ну, сделала я энергии, когда сейчас ехала, у меня что-то в пределах 200 было. Ну, она так благополучно быстро заканчивается. Скажу я вам, что сомнения подкрались незаметно. Смотрите, этого 80, этого 60, этого 40 собрать, а конфет вообще 300, изготовить маски в ателье. А, да, ателье мы еще не нашли. Это типа подождите, сюрприз будет, ателье еще впереди ждет. Ой, а деревья-то какие, по 90 ударов. Это так, чтобы типа ай-яй-яй, ой-ой-ой. Кстати, мне кажется, что вот эти вот ягодки у нас тоже были по плану. Ну да, вот они. Ха, не хватило. А, я нашла что-то. Конечно, в два удара мне. Ой, мы тут что-то строим еще. Жаровня. Во как. Ну, может быть, какие-то энергетики будут, кто его знает. Ну, по крайней мере, мы ее строим. Ну, фишка в том, что я тут немножко погуляла, совсем немножко. Ага, приманка. Вы шутите, 240 конфет. А, это эти конфетные деревья надо убирать для того, чтобы появились конфеты. Ой, спасибо, сказали прям вовремя, когда у меня энергии нет. Ладно, надо, значит, надо. Накладывала еще 122. Нашаманила, скажем так. И сделала одну. Так, тут мы пока ни о чем. Давайте так. Запланировала дерево. Убираем. Конфетное. Ой. Маленький сюрприз под деревом. Так, и начинаем тут. Подождите, а конфеты где? А, это конфетное дерево. А подождите, я что-то, почему я посчитала, что эти привидения где? А, вот это куда. А что так мало? 10 штук. Я так не играю. Я ж старалась. Серьезно? 10 конфет. 90 ударов, 10 конфет. 60 ударов, 10 конфет. Я их просто обожаю. Просто обожаю. Это ж сколько я так должна собрать энергии, чтобы это все построить и сделать. Кстати, уголек есть, да? А, кстати, я даже и не смотрела. Ну, естественно, никто это делать не будет в полном объеме. Где ж сколько энергии нарисовать? Но будем знать. Так, походу, это вот это от Седова, да? Нет? Ну да. Ладно, сейчас пойдем, принесем опять энергии. Ой, я только что превратила всех своих поросят. В сказку называется, потому что докормила, ускорила, превратила, ну, энергию же надо где-то рисовать. Художница из меня не очень, как-то так, то, что я могу нарисовать, не появляется, так что надо превращать. Теперь у меня свеженькие поросята,
только что купленные. Так, ну, немножко я разделала. Ну, так, ускорялок никаких все равно нету, ну, и ждать таки надо. Тут когда? Ну, тут уже 13 секунд. Так и быть, подождем. Ну, пока мы сможем. Хоп. И на эндом все. Так, не забываем каждый день запускать. Делать золото, бриллианты. Так, тут у нас, кстати, я два раза уже этот заводик обновляла. Спасибо. Это вот они классно сделали, что заводик можно обновлять, что он типа не пропал, как бывает обычно. А остался с нами. Я не знаю, сколько раз это возможно, но пока это возможно, это очень радует, скажу я вам. Энергии в игре надо много, и лишней она не бывает. Это все точно. Так, а вот и я, а вы не ждали. Так, пошли дальше. А, так я ж не смогу сделать, надо же две таких по 5. Ладно. Давайте так, собирать пока ничего не буду, иду дальше. Искать. Чего искать, не знаю. Так, ну я так поняла, что я уже ничего не нашла, а энергии я уже потеряла. Ха-ха. Здорово, ходили, делали, делали, ничего вообще не это самое. А ее опять нету. Во как. Чудесно, раз чудесно. Тут тоже энергия уже ушла. Тут в следующий раз будет купон. Ну, тут, в принципе, мало и подарков осталось. А я что-то не уловила, что мне за такую штуку дали. Ну, что-то дали. Рейтинг. Да? Ну, еще за сутки меня могут подвинуть с первого места. А тут я получила динамит. Я его, по-моему, сразу же и потратила. Прикольно, теперь сидишь, жди 2 минуты. Чтобы опять сделать 45 энергии. С ума сойти. Смотрю, у меня скоро уровень заканчивается. Осталось 10 тысяч. Вот бы насобирать. Вот, 5. Дядька вредный оказался. Пообещал и ничего не дал. И это будет какой уровень, в принципе? И это будет 51. Ага. Может, сейчас так закончу? Было бы неплохо. Еще 3500. Дяденька, блин, будь другом. Ну, будь. Все подряд помогают, а дяденька жадный какой-то. Ладно, вредный дяденька, значит, вредный дяденька. Я без него обойдусь. Или не обойдусь. Ха, думала, хватит. Ну, откуда я... Хватило таки! Ура, ура! Так, давайте заценим, что еще дали. А, чтобы уже ничего? 50, 5. И вот так вот. Ладно, здорово, значит, здорово. Так, это мы потом сделаем. Процесс у нас, типа, запущен. Клубничка. Так ведь? А сколько мне надо? 9, да? А, 6. У меня было 4 или 3, но я ж тут продвигала уровень, скажем так, и все ушло вот сюда. Ты, дядя, вредный, не захотел со мной дружить, между прочим. А я в тебя так верила, и опять не хочет. Ладно, энергию нарисовали, идемте ее тратить. Так. Ой, вот тут пройти бы как-то. А, кстати, что у нас тут еще можно такое вот? 5 деревьев. Ага. Раз, два. А где еще одно? Мне дерева не хватает. Ладно. Зелья. Далеко. А что близко из того, что вы тут хотите? Конфеты. Так, что-то вы мне все не то объясняете. 12. Да, а что с ним делать? У меня такого нет. Ага, у меня такое есть. Ладно. Будем играть методом тыка. Потому что, чтобы хватило хоть на что-то. Еще 3 цветочка. Да.
Энергия заканчивается все время раньше. Я тот хочу построить. О, а нам за это дали ягодку. Ну, конечно, не ахти, мало, но дали. Да не могу я тебя построить, я уже потратилась. Тут вообще 14. Ладно, что по одному цветочку выпадает, что ли? Серьезно? Да ну, блин. 26 у меня нет, идем отсюда. 9 вот берем уже. Идем дальше. Ну, недалеко идем. Медленно так. Через Секока будет. Ого. Да. Ну и куда я продвинулась? Да ну, 3 шага сделала, и опять я стою на месте. Ай-яй-яй. Так, а что у нас тут личное? Еще 8. Ну и будет купончик. Ладно, а общее? Вообще еще не скоро. Ну, там тоже будет ничего такого прям. Интересно, что тут? Ладно, проехали. Энергии нет, ничего нет. Ну, тут можно подождать, но еще минуту. В общем, видео мы с вами пока заканчиваем, потому что доигрались до ручки. И надо все ждать. Всем желаю удачной игры, чтобы у вас было энергии поболее, чем у меня, и все быстренько продвигалось. На этом все. Пока-пока.